автомагнитола с поддержкой Bluetooth и сенсорным экраном. Сегодня рассмотрим автомагнитолу Nakamishi NAM1700. Комплект поставки. Сама магнитола, кабели подключения, крепления, пульт ДУ и документация. Начнем с внешнего вида. Магнитола выполнена из пластика черного цвета, типовой размер 2.1. На лицевой стороне находится сенсорный экран диагональю 7 дюймов. Максимальное разрешение 800 на 480 пикселей. Слева от экрана находятся сенсорные кнопки управления и порт USB для флешки или зарядки телефона, а также порт для карты памяти стандарта microSD. Со всех внешних устройств можно воспроизводить видео и музыку. Номинальная мощность устройства 50 Вт, максимальная 200 Вт. Теперь к подключениям. Устройство поддерживает Bluetooth 4.0, поэтому подключиться можно по нему, а также по AUX и портам USB. Также магнитола поддерживает прием AM/FM радиостанции и имеет встроенный 8-полосный эквалайзер и усилитель мощности. Что касается дополнительных полезных функций, к магнитоле можно подключить камеры заднего вида, а также кнопки руля, чтобы управлять устройством, не отрываясь от поездки. Кроме того, благодаря комплектному пульту есть возможность управлять устройством удаленно, например, когда вы слушаете музыку из машины, но сами находитесь на улице. Подведем итог. Данная магнитола от компании Nakamishi подойдет большинству водителей. К ней легко подключить камеры, а управление интуитивное и простое благодаря сенсорному экрану. Наличие пульта тоже плюс, если есть желание управлять устройством удаленно. We'll be right back.